Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Государственную Думу будет внесен законопроект, предусматривающий отмену транспортного налога для многодетных семей. Также авторы документа предлагают распространить льготу на семьи, в которых есть только один родитель. Число несовершеннолетних детей при этом значения не имеет. Однако есть ограничения по мощности двигателя автомобиля, не более 150 лошадиных сил. Пару недель назад в Госдуме предлагали ввести 50% скидку на оплату транспортного налога для водителей, которые не получали штрафы в течение года. Трасса 101. Российские дилеры начали предлагать седаны Geely M-Grand, поставляемые из Казахстана. Официально эта модель должна появиться у нас в ближайшие месяцы. Цены на машину стартуют с отметки 1 миллион 800 тысяч рублей. Автомобиль укомплектован 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 103 либо 122 лошадиные силы. Трансмиссия в первом случае механика либо вариатор, во втором – шестиступенчатый автомат. Комплектаций всего 4, привод только передний. Трасса 101. Министерство промышленности и торговли опубликовало список автомобилей, которые госорганы могут закупать для нужд чиновников. В перечень вошли все модели «Лады» за исключением спортивных версий, а также универсалов с приставкой «Кросс». Также речь идет о линейке «УАЗ», «Москвич» и «Эволут». Единственной иномаркой, включенной в реестр, оказался китайский «Хавейл». У компании имеется завод в Тульской области, на котором выпускаются кроссоверы «Джолион», «Дарго», «F7», «F7X» и внедорожник H9. Наконец попала в перечень и российская премиальная марка «Аурус» – седан и лимузин «Сенат» и кроссовер «Комендант». Их стоимость исчисляется десятками миллионов рублей. Трасса 101. Nissan Leaf остается самым покупаемым поддержанным электромобилем в нашей стране. Также в топ-5, по данным агентства «Автостат», входят 4 модели Tesla – модель 3, модель S, Y и X. За ними следуют Porsche Taycan, Audi e-tron, Mitsubishi IMEF и Volkswagen ID4. Всего за 9 месяцев этого года наши соотечественники приобрели чуть более 8 тысяч машин на электрической тяге. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».